стране с 2023-го вырастет размер минимальной месячной зарплаты. Она составит 554 рубля. Между тем, отпускные премии и другие бонусы в следующем году будут рассчитываться по-новому. Причина в дополнительном выходном. В следующем году их объявлено 10. В сентябре, отметим, средний доход белорусов превысил 1600 рублей. ЦИК Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает обмен информацией и взаимодействие в вопросах анализа законодательных и нормативно-правовых актов. Это расширяет возможности и создает условия, чтобы выводить работу по организации проведения электоральных кампаний на новый, качественный уровень. В Бобруйске возможны сбои в функционировании банковских карт в ночь на 19 ноября с 2 до 6 часов. Могут возникнуть трудности и при расчетах в организациях торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, а также банкоматах. Причина в технических работах. На дорогах республики сегодня гололедица, а во многих районах небольшой снег. Температура воздуха от 0 до минус 6. Среди факторов опасности – затруднение движения транспорта, увеличение количества ДТП. Спасатели призывают быть внимательными как автомобилистов, так и пешеходов. В стране рестораны сети «Макдональдс» сменят название на «Вкусные. Точка» уже с 22 ноября. Такое решение объяснено проблемами в логистике, в то время как смена бренда должна помочь обеспечить закупки всех необходимых продуктов и оборудования для дальнейшей работы на рынке Беларуси.